Так, только что прошел дождь, даже еще не закончился до конца. Мы идем сейчас на наше второе местечко любимое. Идем кормить уточек, птичек. Посмотри, только что прошел дождь, какая красивучая рябина. Соседи, не надо. Что-то я заметила, что стабилизация как-то у меня резко переключается. Так, довольно-таки скользко, поэтому аккуратно. Посмотрите, сколько много листьев уже попадало. Сейчас пойдем под сосной. Там столько капелек. Так, у кого-то там тренировка. Мешать не хочется, поэтому сейчас отключимся. Смотрите, тут шиповник растет. Рябинка опять. Ой, все, можно капюшоны снимать. Классно, красота. Чувствуете, какой воздух, Максим, после дождя? Лесом пахнет. За мной там стадо какое-то несется. Да, там уточка, смотри, кушает что-то. Давайте, ребят, на наше место. Подтягивайтесь. Красота. Да, там, видите, одна уже плывет. Смотри, она услышала, что мы пришли, и плывет. Иди сюда, гули, гули, гули. Пошли кушать. Как Фрею зову. Я Фрею зову. Смотри, как красиво. И рябинка. Каждый кустик, каждый цветочек, да? Так, мы, по-моему, их кормили в прошлый раз где-то здесь. Отсюда надо выйти, потому что, видишь, из деревьев капает. Капюшон обратно одеваем. Или это дождь опять начался? Не, наверное, все-таки из деревьев покапывает. Красота, посмотрите. Капельки только видны. Смотрите, как падают, да? Давайте, гули, 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 пошлите кушать. Так, мы сейчас выходим к морю. Ой, надышимся на всю неделю. Ага. Да, надо бы купить уже резиновые сапоги и выйти в лес по грибы. Ой, ребят, посмотрите. Скажите, это сыроежка или нет? Посмотрите. Какая красота тут у меня, а? Это дюны. Слушайте, пахнет грибами, ребят. Я уже в прошлом году готовила, собирала, помните? С вами вместе. Так, интересно. Посмотрите, они тут повсюду маленькие такие. На сыроежки похожи. А вот тут вот может быть что-то поинтереснее, кстати. Смотрите, какой тут подъем. Тут спортом надо заниматься, бегать туда-сюда.
Красота. Вот я вас, смотрите, сегодня в лесу погуляла с вами. Вывела вас, как говорится. Так, мы купили кофейку попить. Сейчас попьем, посидим на природе. Красота, красотища. И еще такой маленький чижик, пыжик, посмотрите. А как пахнет. Или это поганки. Я, короче, профессионал, вы знаете, да? Подберезовики, подосиновики, это моя тема. А вот эти все под вопросом. И вот, смотрите, мы выходим с вами к морю. Здравствуй, морюшка. Сколько мы недели не виделись, я уже соскучилась. Иду такая сама с собой болтаю. В общем, ничего нового, все как обычно. Ну, красота. Красота. Посмотрите. Так, мой сынок тоже шоколад горячий ходит, попивает. Ой, как красиво. Солнышко прям спину греет, светит. Дождик мелкий-мелкий. Ой, надо точно к родителям в Беларуси съездить. И в лес сходить, погулять тоже. Кстати, если, может быть, есть кто в этом разбирается, может, мне подскажете, как сейчас ситуация на границах. Ездили ли из Латвии люди вот сейчас, именно в последнее время, а то так быстро все меняется, невозможно уследить. То пускают, то не пускают, то без проблем, то какие-то придумывают, какие-то мутки крутят. Смотрите, какой тут берег. Грязного янтаря или темный янтарь какой-то, да? Ой, не передать вам запах. Там только что были грибы, лес, да, пахло, а тут уже сразу море. Ой, просто кайф. Вот оно, кайф, вот оно кайф, говорю, слышите? Я надеюсь, в этом видео я вам передам свое хорошее настроение. Вы тоже посмотрите и зарядитесь на хорошую неделю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы все, все задумки ваши, все получилось. Чтобы работа чтобы неделя отработалась очень легко и быстро. Я не знаю, получится или нет, но я все-таки хотела бы в октябре попасть к родителям. Все никак не соберусь. То работа, то болезнь, то все. В общем, вечно какие-то подножки, да? Вечно что-то останавливает. Там уточки подплыли. Видели? Уточки подплыли. Или это чайки? Просто не ветерочка. Такой кайф вообще не передать просто вам. Классная погода, просто супер. Только что такой ливень был, не представляете, мы в машине сидели. И сейчас, смотрите, вообще не ветерочка, тепло, хорошо. Хочется как можно больше вам передать вот этих кадров, конечно. Не все могут в таком месте побывать, но вот хотя бы со мной я немножко вам передам эту атмосферу. Смотрите, как красиво. Вон там дядя уселся удобненько на скамеечку и релаксирует.
потихонечку что-то покушивает там. Смотрите, и небо, и все просто сегодня чудесное. Все отражение, видите? Или не видно вам? Просто и мне сейчас отсвечивает очень сильно. Смотрите, какая красота. Сейчас вам немножко покажу вот так. Не, не получится. Солнце светит. Солнце очень яркое. Не, не могу на вас смотреть. Только так. Круто. Ладно, ребят, море это, конечно, хорошо. Прогулки тоже хорошо, но домашние дела тоже никто не отменял. Нужно в школу собираться. Нужно еще в магазин заехать. Кстати, вчера не получилось его в магазине заснять, да и снимать, в принципе, было нечего. Ничего не поменялось за то время, пока я не была. То есть, ну там немножко Лиле подушек навезли. Что там еще? Ну что, какой-то товар для машин, а так ничего нового не было. Поэтому я телефон даже не доставала, потому что особо не интересно. Вот, поэтому сейчас мы с вами побежим. Побежим в сторону дома. Побежали? Вот. Доделаем кое-какие уроки. Соберемся завтра к школе. Приготовим вкусную курочку в рукаве. Сделаем пюрешку. В общем, день у нас будет еще насыщенный. Смонтируем это видео. Возможно, вы сегодня его и увидите. О, здесь совсем другое дело. Здесь хорошо, да? Хороший свет, наверное. Вот. Поэтому сейчас вот так вот еще дел. Дети у меня неделю вместе со мной просидели дома. Поэтому нужно опять в ритм в этот выходить. Ну что, рано вставать, всем и все такое. Смотрите, какие елочки красивые. Уху! Ну-ка. А, смотрите, какая классная штука. Класс. Сейчас вам капельки покажу. Как же капельки вам не показать, ребят, посмотрите. Сосна, за сосной сразу, смотрите, рябина. Ну, красота. Ну, как же вам не показать такую красоту? Я уверена, вы сами там тоже у себя все это наблюдаете. Смотрю, меня люди смотрят и из Турции. Со всего мира, наверное. Вот, поэтому у каждого своя красота. Я с вами делюсь своей. Идем по такому мостику. Значит, уточек сегодня не видно. Они все, наверное, там. Вот там, откуда мы шли. Хотя обычно они на этом месте нас ждали. Вот здесь вот где-то тусовались. Слышите, какие звуки? Что-то там происходит. Или ребёшка подпрыгивает, или что, такие звуки, как будто бы там что-то серьезное булькает.
Так, это второй выход, это я уже ищу своих. Видите, как люди тут все бросают, кидают, бутылки, всякие пакеты. Все туда, все туда. Вон тут дяденька сидит. Так, сын уже кормит птичек. Не дождались меня. Уточек, ну конечно, я пока вам все покажу. Идем по песочку в новых кроссовках. Ну, дядя яблочки кушает. Приятного аппетита вам, дядя. Смотри, а мне почти поймала, Макс. У меня истерика. О, еще летят. А мне? А мне? Лови, лови. Чайки дай той, Максим, она очень-очень просит чайка. Смотри, какая горластая чайка, да? Ребят, пошлите дальше. Поплыли. Поплыли. Гули-гули-гули. Гули-гули-гули. Иди сюда. Иди сюда. Гули-гули-гули. Нет? Не пойдешь? И куда ты собралась, красотка? Какая резкая птица, а? Посмотрите на нее. Ты что такая резкая? Ага. А та расстроилась, что забрали весь хлеб. Довольные? Шумахеры, посмотри, что делает, а? Все, поняли, что он пошел дальше? А я ей этим дам. Только маленькие-маленькие кусочки. Лебеди почти не ели. Это чайки, сынок. Лебедей тут пока что нету. Не кричите, пожалуйста. Гули, гули. Как вас звать-то надо? Смешные такие. Ребята, они вообще-то дальше пошли. Идите за ними. Они там сейчас кормить вас будут. Пойдемте дальше, пошлите. Гули-гули. Так. А, Максим еще им несет. Не здесь, сынок, не здесь, там дальше. Маленькие-маленькие кусочки. А это я ну, красавцы, красавцы. Посмотри, какие там маленькие. Так, а тут сбоку у нас вороны собрались. Не летят в воду, боятся. А этот приплыл так близко. Самый-самый храбрый, да? Самый смелый. Ничего не боится. Макс, он думает, ты меня обижаешь такими крошечками. Ну, чуть-чуть побольше. Вот это он понимает. Смотри, второй летит. Летит, смотри, Максим. Шумахер просто идет, летит, летит отбирать вот у друга. Отдай. Ой, я им дам. Только маленькие кусочки. Смотри, вороне не дали.
Сам не берет и вороне не дал. Какие-то они запуганные. Самые крикливые, да? Смотри, что делается, а? Смотри, эти уточки прям у той, посмотри, какое крылышко красивое, прям фиолетовое. Ребят, вы борзеете. Ну, красавец. Ой, еще и хвостиком мне помахал. Какой красивый. Иди сюда. Иди сюда к нам, не бойся. Смотри, это точно как били-вили-дили, да? Кто у них был самый смелый? Не помнишь, Максимка? Или это сам Скрудж Макдак? А, нет, это требитель Скрудж. Ну, будешь позировать еще красивенько как-нибудь? Хвостиком помашешь? Помашешь хвостиком? Нет? Ой, как ты красиво крутишься, крутишься. Ай, молодец. Ловите! Смотри, они просто друг от друга уже уплывают. Я им дам по кусочку целый хлеб. Все, ребят, извините. Если что, переходите туда, налево. И ворона тут одна, бедная, несчастная. Не дают ей ни кусочка. А тут посмотрите, что классное происходит. Так, я знаю, что меня иногда мой Паша смотрит. Вот он, мальчик маленький. Вот он любит такие дела, наверное. Паш, посмотри, сколько птичек. Придем сюда как-нибудь с тобой тоже покормим птичек, хорошо? Ой, какой красавчик. Ну все, ребят, мне тут надо установить камеру 24/7. Я отсюда с такими успехами никогда не уйду. Ать. Смотри, опять Шумахер несется, 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 несется. Смотри, эти две утки держат просто берег. Эти боятся подплывать, остальные, да? Смотри, кинь чайкам, Максим, подальше. Чайкам кинь, а то они боятся подплывать почему-то. Ой!